Второй год подряд Десногорск принимает участие в масштабной акции «Бегущая книга». Событие это интересное и значимое для города. На старте интеллектуального забега присутствовали почетные гости. От лица депутата Смоленской области Михаила Лосенко поздравила всех с праздником помощник депутата Татьяна Горбарчук. От лица администрации выступила Ольга Ковалева. Она обратилась к участникам забега с приветственным словом. Муниципального образования города Десногорска Смоленской области я хочу пожелать вам удачи и открытия новых интеллектуальных знаний. В этом году в акции «Бегущая книга» приняли участие около 100 человек. Это активная молодежь Десногорска и люди старшего поколения, ветераны Смоленской АЭС. Мы представители взрослого поколения, так скажем, и в наше время не было вот тех технических возможностей, которые есть сейчас у вас. У нас были книги, мы их очень любили. Для того, чтобы задействовать в мероприятии как можно больше жителей Десногорска, маршрут интеллектуального забега разделили на 4 основных направления. Всего за один час волонтеры успели пройти более 20 километров и раздать жителям Десногорска более 500 книг. Горожане с большим удовольствием принимали участие в акции и с легкостью отвечали на вопросы литературной викторины, подготовленные организаторами. Муха. Цокотуха. Курочка. Ряба. Бурка. Молодцы. Викторина состояла из серии разных вопросов. Были среди них и не самые простые, но начитанные десногорцы справились и с ними. Я на все вопросы ответила. Мне там Пушкина вопросы задали, кому вот был посвящен стих «Буря мглою небо кроет». Ну, няне, естественно. Потом, значит, кто написал оперу Руслана Людмила? Ну, Глинка наш, конечно. На финише литературного марафона участникам и организаторам праздника вручили благодарственные письма и, конечно же, книги. А всем юным волонтерам подарили блокноты и вкусные шоколадки. Это прикольная, здоровская акция для детей. Мы рады в ней были поучаствовать. Всем большое спасибо организаторам, библиотекам. Спасибо за сладкие подарки. Все было здорово. Я благодарю всех участников этой акции, волонтеров, детей, кто участвовал, взрослых, велосипедистов, также советы ветеранов нашего города, всевозможные организации и представительства, кто помогал нам создать эту акцию, организовать ее и вручить подарки горожанам. Позитивно и весело город отметил Общероссийский день книги. Ведь подарки приятно не только получать, но и дарить. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.